Иркутянин добровольно сдал более 800 боевых патронов. Мужчина рассказал, что нашел их в гараже своего отца, когда разбирал старые вещи. Всего с начала года жители Приангария сдали 71 единицу незарегистрированного оружия, охотничьи, огнестрельные, гладкоствольные ружья и другие. Общая сумма вознаграждений составила почти 400 тысяч рублей. Сдать незарегистрированный арсенал можно в любое подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, а также в территориальные отделы полиции. Я являюсь, как бы, собственно, как огнестрельного оружия, нарезного плечом. То есть я прекрасно понимаю то, что это патроны не имеют ничего общего как охотничьим калибром, да. То есть это боевые, армейские патроны. Соответственно, обороты в гражданском обороте они просто-напросто запрещены. Ну, во-первых, так как совсем неохота иметь каких-то неприятностей по этому поводу. И тем более, если они мне абсолютно, в принципе, не нужны. Зачастую граждане хранят найденное оружие и патроны, не задумываясь о последствиях для себя и окружающих. Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной ответственности и при этом имеют возможность на получение денежного вознаграждения.